Hey there, friends! Footages for this video were provided to us by our friends from the War in the Swamps channel. These guys are engaged in excavations at the World War II battlefields. They are searching for dead soldiers, aircraft, and other equipment in forest and swampy area where no one has gone after the war ended. Find the link to their channel in the description below. Сегодня решили походить по полям. Был первый сигнал, зашурфились. Оказался такой вот сброс в небольшом количестве. Пару стволов, моська, СВТ-шка и немецкий пулемет. Точно даже я и не помню тут. То ли немец, то ли чех с рожками с этим. Вроде немец. Ни разу не находил, поэтому толком сказать не могу. Яма оказалась горелая, весь металл горелый, сохран плачевный. Вот пулеметик вражеский, вот такой вот он, ломанный ствол. Вот вторая часть его нашлась. Да, сохранчик бы получше, экспонат неплохой. Рядом пряжку нашли немецкую, такой подзатертая, сохранчик средненький, перышки на брюшке затертые, хоть натирали, и монет в количестве идут магазины к этому пулемету. Пойдем поищем еще ямки. Бери стекло-то из-под. Да, она давленная вся тоже. Так, а тут бутылка, да, у нас где-то? Ага. Бутылочка. Опа. Содержишь его? Оп. Часть этикетки. Да, что-то написано даже. Пробка стоит. Выпили, закрыли, брали. Так. Сон. Немецкий. Фукакалик. Совсем, да. Ой. Лопнутый. Лопнутый, раздавленный. Пробка. Зимник был, следы зимнего окраса. Что это у нас, вроде 35-ка. Что-то ударило, вообще подшлемник сгнил, обруч. Но он лопнутый, что он, столько грунта топтались, видно на нем. Так, и что он там, триколор виднеется со второй стороны, вторая декаль. Угу. Видно там? Подержи, подержи, пусть сфокусируется. Так. Что там дальше? Наша советская каска, да? Ну, она еще в более худшем состоянии. Опа!
всех в кучу, и наших, и немцев. Убирали все с полей. О, газетка, с хлорницей, этикетка. Ой, хлорница с этикеткой, да? Угу. Тихонько вытаскивай. Поближе, дай сфокусироваться. Что бывает очень редко в наши времена. Только полоскай их там туда. Сюда. Да, и с этой стороны частички, этикеточки. Высохнет, можно уже протереть все аккуратно. На сухую оно сохраняется. Немецкий. Просто уголь. Стукнет его за вас. Просто жгли что-то в нашей каске. В нашем советском шлеме. Что-то интересное у нас здесь. Тут чайник, а или котелок какой-нибудь наш советский эмалированный. Голубого цвета первый раз вижу. А тут вот, ребята, что-то. Не знаю. Сейчас посмотрим. Может быть, со времен войны. Педаль. Слушайте. А, точно, да, педаль. А я тут уже поднял. Ну вот он, получается, был целый здесь. Ну, его совсем тут расколбасило. Ну, в принципе. Ну, статься в сборе. Ну, тут все как бы было. А здесь есть год. Надпись. Сейчас есть. Что-то тут. Так, вот это вот. Что у нас это может быть? Чайник какой-то. Да. Ой, самовар. Ну да, краник от самовара, да. Там ручки от самоварчика. Думали, чайник. Немножко не сохранился. Так, это у нас это. Понятно, тут даже с ручками, видишь. Даже не немножко. Шо, ты о чем? По полному не сохранился. По полному. У вас хуже был? Да? Ну, у нас вообще не сохранился. А здесь... Это от него, наверное, у нас из запчасти, наверное, и нет. А вот еще тебе. Нет, тут как-то она очень. Ладно, разберемся сейчас. Говоришь, здесь 34-ку башня, часть 34-ки откапывали. Вот, смотрите, намыли. Это вот получается от прицела, триплекс или прицел, да? Хрен знает. Танковый. Все. Стекло это стоит. Как он называется правильно? Триплексы называются. Нет, само стеклышко вот это вот. Знаю. С которой с перекрестием. И, пожалуйста, сама, скорее всего, к нему что-то вот так, наверное, да. Огромная и тяжелая вещь. И цветная. Ну это получается для прицел. Там для прицел, да. Да, и не помою. И цветная. У меня в рюкзаке где-то и щетка еще. Фырик. Ну,
примите. Поплавочек. Держатель. Не крепилась к крылу. Немецкая. Была в чехле. В идеале. Да вообще. Чехол гнил. Допничек. Пухленький. Конечно, среда такая, что ужас. С металлом лежит. Ну так, в принципе. Ладно, посмотрим. Помой. Так, сейчас. Чем допничек. Ну пока. Допустим, с бумагой здесь залипухи такие. Так-то корпус, наверное, нормальный, но вот здесь вот на горлышке беда. До кучи. Так, наверное. Нет. Бумага. Газета. Это просто картон или книжка какая-то. Так. Понятно. Фляга наша советская. Прозрачная. Ну-ка книжку-то разверни, почитай. Нет, там букв нету, я не вижу. Просто смятый. Упаковка какая-то смятая, видишь? Угу. Нету ничего. Просто картон. Все, вот, все равно. Стоит тут. А? Лупа тут. Ну, с патронами, наверное, в этом. Угу. А, лупа? Да, значит. А, ну вот, значит, к нему, да. Прицел. Ты не снимаешь, да, пока? Снимаю. Трачет вот так вот было. Ну-ка, покажи. Вот. Примерно думаем тогда. Наверное. Твои догадки. Ну а так вот это что у нас? Оптика, да, внутри стоит этой вот втулки. Угу. Куда-то, значит, вставлялась она. Калик. Так, обоймы немецкие. С патронами. Нет, наши. Вру. Наши. Какие хорошие. В обоймах. Бумаги. Так, вот такой. Совсем в труху. Даже не будем намывать. Кыш. Так, что дальше тут у нас? Вроде пока тут все. Нет, ручка загнута сюда, вовнутрь. Сразу заработало. Осталось почистить. Пока не вижу надписи. Потом посмотрим. Раздавлены. О, ему еще делали петельку, видно, ведро делали. А может, он просто в зимнее время одевал так себе на голову. Сделал петельку на виске. Ящик там. Какой-то ящик, да? Что-то наподобие. Ну, вытряхивай, что там, посмотрим. Готов-то от нее. Операция или что тут он? Лежал. Она была сюда в каску сброшена. И вместе с каской кинули в воронку. Наша советская. Шлем советский. Хлам в консервной банке, похоже, да? Просто что-то чего-то из шильды даже. Очень похоже на авиационное. К сожалению. Сейчас сдержим, пусть настроится. Очень похоже на авиацию. Немецкий лесопедка был. Ну-ка, сейчас кривая. Здесь вон платформа какая-то у него была.